Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 716. Запишите без скобок. А. Минус. Плюс 11. Здесь записано число, противоположное числу плюс 11. Это число минус 11. Б. Здесь записано число, противоположное числу плюс 9. Это минус 9. В. Записано число, противоположное числу минус 7. Это плюс 7. Или просто 7. Г. Число, противоположное числу минус 10. Это плюс 10. Или просто 10. Д. Число, противоположное числу плюс 15. Это минус 15. Е. Число, противоположное числу минус 20. Это плюс 20 или просто 20. А вообще надо запомнить. Два минуса подряд дают знак плюс. Или четное количество минусов, написанных подряд, дают положительное число. Нечетное количество дают отрицательное число. Посмотрите внимательно. В А у нас один минус, получаем отрицательное число. В Б один минус, отрицательное число. В В два минуса, четное количество, получаем положительное число. В Г два минуса, четное количество, положительное число. В Д один минус, нечетное количество, отрицательное число. В Е два минуса, четное количество, положительное число. Надо этот вывод запомнить, он очень пригодится в дальнейшем. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.